Друзья, всем привет! И хочется рассказать о том, как я смог залететь на пак, на Тридите, и немножко с этого профитнуть. Вечером 14 апреля мне начали писать личку о том, что на Тридите некоторые наклейки Берлина, и не только они, начали оцениваться по нереальным ценам. Видимо, где-то накосячили разрабы сайт. Мы в этом, конечно, не специалисты, но что в таких случаях делать надо, понимаем. Все полетели на сайт, закидывая свои наклейки по высоко оцененным прайсам. Например, обычного Кенниса можно было закинуть по $90, когда Steam стоил всего лишь 50 рублей. Кёрби Железного принимал за $6, Торика за 3, Свята за 39, Холла Комплексов за 9 с лишним баксов. В общем, этот список можно продолжать еще и долго. В него ходили также Нитро, Лукас, обычный стикер команды Новей, стикер самого Старладера, переоценил даже Датов с Кёрна 14 года и автограф игрока с Лондона под ником ДД из команды Тайлу. Он также переоценил несколько пушек, такие как XM1014 Голубая Хвоя, сувенирный Мак Индиго и другие. В общем, я успел сделать 2 трейда, прежде чем стукнул оверсток. Мне удалось обменять некоторые свои наклейки на АК-47 Императрицу, немного поношенную, на водительские перчатки и багряный узор. Взял также нож Бовы, зуб тигра, аркану на пуджа и несколько других шмоток по доте. Я не особо выбирал, что стоит взять с сайта, потому что неизвестно, насколько быстро разработчики сайта отреагируют на эти ценовые ошибки. Ну и далее я наткнулся на верстоки. Здесь я хочу высказать огромную благодарность всем, кто достучался до меня, сообщив об этом баге, и кто в дальнейшем подсказывал, как можно выйти из-за верстока. Эту информацию я делился также со всеми в Дискорде и ВКонтакте. Мы сработали с вами вместе и оперативно. Надеюсь, что каждый, у кого была возможность, ухватил свое. В общем, мне подсказали о том, что есть возможность продажи вещей на сайте сразу в реал, через кнопочку по центру под названием Sell for Money. И когда ты заводишь вещи через эту функцию, то по большей части оверстоки нам перестают быть преградой. Итак, теперь самый интересный вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Я смог вывести 0,12 биткоина. По курсу на сегодня это около 60 тысяч рублей. Шмотками же мне удалось забрать в районе 53 тысяч рублей по стиму. Скажу честно, со мной такое впервые. Такие большие суммы за столь короткий срок получить удается весьма редко. Хочется воспользоваться ими рационально. Пишите в комментариях ваше мнение насчет всего случившегося. Удалось ли вам на этом зафиксировать, ну и сколько. А мы с вами увидимся в ближайшее время, и не забудьте поставить лайк, ну и оформить подписку на канал. Вам не сложно, мне приятно. Всем хорошего трейдинга.